Особенный для меня. В моей школьной жизни вы были первыми, кто буквально вырастал у меня на глазах. 6 лет я с интересом наблюдала, как угловатые девчушки превращались в прелестных барышень, а смешные, задиристые, шкодливые мальчишки в брутальных юношей. Я думаю, нашим ребятам очень повезло. У них было огромное количество учителей, которые о них заботились, которые их любили и которые их учили уму-разуму. Одних только классных руководителей было 7 человек. Для нас, Вера Михайловна, вы особый выпуск, потому что ту часть себя, своего сердца, своей любви, которую мы вам отдали, сторица вернулась нам вашим теплом, вашим отношением. Я очень часто вспоминаю нашу поездку на Масленицу в Таруссу. Ездили одни мальчики, и как весело мы водили хороводы, сжигали Масленицу, играли в русские народные игры и прыгали через костер. Вот очень хочется вам пожелать, чтобы побольше таких ярких впечатлений и теплых воспоминаний осталось у вас от нашего с вами общения. Я хочу вам пожелать, чтобы все было так, как вы хотите в этой жизни, чтобы все вам давалось легко, чтобы удача вам сопутствовала, и чтобы вас окружали такие же приятные люди, как и вы сами. Удачи вам! Помните, что в этой школе вас всегда любят, ждут и с радостью распахнут школьные двери для ваших детей.